Детей должны контролировать родители. 8 августа вечером на улице Добрынина в Ленинском районе Ярославля напротив 18-го дома автомобиль «Шкода» сбил ребенка. 10-летний мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть. Водитель был не пьян, водитель находился в трезвом состоянии. Причина дорожно-транспортного происшествия в том, что ребенок внезапно выбежал перед близко идущим транспортом в неустановленном месте. Это было 9 часов вечера. Все-таки в такое позднее время необходимо в первую очередь родителям контролировать поведение своих детей. Ребенок получил тяжелые травмы. Врачи бригады скорой помощи приняли решение о немедленной госпитализации. В областной детской клинической больнице пострадавшему сделали операцию. Поступил в геморрагическом шоке. Диагноз звучит так: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, разрыв печени, кровопотеря где-то литр и открытый перелом нижней трети плечевой кости. В больнице мальчику придется провести несколько недель. Пока за его состоянием следят врачи-реаниматологи. Состояние тяжелое, но медики надеются на благополучный исход лечения. Екатерина Худобина, Марьяна Дорбинян, Александр Лисицын и Александр Широкий. Место происшествия.